Всем привет! Давайте я вам покажу, что у нас за квартира. Значит, вот это такой коридорчик. У нас есть ключи от этой двери. Вот пылесос нам сказали, можно пользоваться. Здесь такая картина красивая. Зеркало. Кстати, вот я. Приветик. Сейчас сниму куртку. Жарко. Вот. И покажу вам ром-тур по нашей квартире на эти 10 дней. Значит, вот дверь. Сюда заходим. Это мы тапки уже принесли. Вот вешалочка у нас тут. Обувь можно оставлять в этом коридорчике, нам сказали, потому что он закрывается. Так. Сейчас прикрою дверь. Значит, что у нас тут? Вот так вот попадаем мы в такую комнату. Тут тоже зеркало, тумбочка, пуфик сесть переодеться, столик на колесиках, вот такой очень большой диван на 3 человека, даже больше можно, и кресло. Вот напротив получается у нас телевизор. Сейчас покажем, посмотрим, что за вид из окна еще. Тут даже не смотрели. Так, вид у нас тут вот так вот на гостевые дома, улицу. Красота. Окна большие. Смотри, да, Сереж, большие окна. Да. Сейчас проветривается. Нет, квартира очень хорошая. Да, квартира очень-очень классная. Кстати, картина. Кондиционер, кстати, посмотрите, потолок сейчас покажу вам. Вот так вот люстра. А тут еще какая-то подсветка, я не знаю, она включается? Каким образом? Так, ну что, значит, получается, здесь телевизор, и здесь мы попадаем в туалет, ванная, такая кабина для белья, небольшая штучка, все чистенько, только что помыли квартиру, прям я хожу в носках, реально чисто, прям все отлично помыто. Хорошо. Даже туалетную бумагу хорошую оставили. Вот, стиральная машинка. Ну, все, что нужно, в принципе, есть. Вот, умывальничек, замечательно. Тут есть тряпочка, если надо протереть тазики, все есть. Так. Дальше сюда, если мы пойдем, то у нас теплые полы, кстати, здесь я не сказала, но они... Сейчас нам не понадобится, вообще тут теплые полы. Значит, здесь мы попадаем в кухоньку. Кухонька такая хорошая, не маленькая, я бы сказала бы. Вот микроволновочка, шкафчики. Сереж, можно, чтобы я не подходила к каждому шкафчику, пооткрывай, покажи, что там посуда есть, все, пожалуйста. Раковина, плита индукционная. Посуда, на нее нужно, да, значит. Нет, посуда в других. Вот. В общем, ну вот так, смотрите, тут все. Он сказал, все берите. То есть тут какие-то штуки, основная посуда. Вот берите, в этом. Что хотите, да? Да, вот видите, так все, в принципе, чашки, стаканы, тарелки. Ну, мы тоже свои взяли. Вот, посмотри, там есть сковородки. Что тут? Что-то есть. Индукционную плиту-то. Ну, духовка нам вряд ли понадобится. Вот тут открою этот ящик большой. Тут, наверное, сковородки. Да, вот кастрюля. Смотри, кастрюля для индукционной плиты. Ну, это так, если... Вон, холодильник уже. Сковородки. А, смотри, сковородки неплохие совсем. Бывает большая редкость. Да, ну-ка, верхний открой ящик. Когда сковородки в хорошем состоянии. Обычно такие все убитые. Ну, вот тут вилки, поварёшки. В общем, тоже все, в принципе, так... Ножи. Нормально. Видишь, и сорти сразу сделали, тряпочку эту положили, фильтр есть, чайник. Чайник. Вот. Ну, здесь пустые шкафчики, холодильник подключил сразу. Вот, да. Рыбочки со стороны тянут. Холодильничек. А почему он пустой?
Да, где еда? Мы есть хотим. Да. Тут, в общем, ну, порядок такой полный тут. Вот. И стол такой замечательный. Тоже видно. Там сетка. Угу. Там, ой, смотри, там какая-то детская горка, какие-то эти. Угу. Вот вид тоже на отель. Кстати, этот отель, по-моему, тоже этого хозяина. Это? Ну, он номера задает. Разве это его? Напротив. Да, Илос как-то называется там. А. Или как-то по-другому, но суть не в этом. Вот. И дальше мы пойдем, значит, в комнату. Кстати, какая картина. Ну, не знаю, мне все нравится. Очень красиво сделано. Тоже потолок такой. Угу. Все сделано как надо. Красиво, аккуратненько, чистенько. Все продумано. Телевизор отсюда. И вот в комнате тоже телевизор. Вот кровать. Куда подушки посмотрите, какие хорошие. Ну, подушки взяли с собой. Подушечки. Вот, видите, тут тоже телевизор. Вот здесь получается шкаф. В шкафу есть этот, скажи. В шкафу утюг. Вот, и не только утюг. Вот там, видите, за мной, вот под кроватью, вот здесь сушилка, а здесь гладильная доска. Вот, и такой вот балкончик. Ну, вот можно вечером выйти аккуратно. Это специальный стопор, чтобы не бился об этот. И балкончик, чтобы постоять. Тут тоже все чисто. Стульчик. Ну, стульчик пыльный, конечно. Но вон еще табуреточка есть. Можно постоять. Вот так вот посмотреть. Классно. На, сними. Там ты вышел уже. Сними. Балкончик. Нет, ну что, ну отлично, да, так вышло, стоял. Да, нормально. А вон там веранда. Господи, ДКФ. Так все плотно, один, второй дом, третий. Да, непривычно. Территория закрытая, входить будем по паролю. По ходу, ну, коду мы сейчас, кстати, поедем в магазин, что-то прикупим и покажем вам. Пойдем. Да, пойдем, да, где магазин подбегает. Тут где-то пятерка ну, есть. Тумбочки, все есть, только с розетками. Где розетки? Компьютер а, поставить. Да, вот есть. А где еще есть, я не знаю. Вот там вторая есть. На кухне нету. А вот на кухне есть розетка, можно поставить. Посмотри, даже бумажные полотенца мы брали, а они вон тут есть. Шикарно. Бумажные полотенца на столе прям. Да. Ну там видишь? Да, видел. Стульчики, ну в общем все сделано. Достойно. Приятно отдыхать. Да. В такой квартире. Очень хорошо. Кстати, я хочу сказать, что вот, наверное, одна из лучших квартир по тому, как убрали ее. Реально очень чисто. Угу. Потому что мы когда заселялись, то там протрешь, то здесь протрешь. Ну что, вот и женщина тоже была нормальная. Микроволновка в допустимом. Ты знаешь, что у нас ревизор. Да. Так, интернет есть. Да. Так, ну все, ладно. Уже кому понравилась квартира, пишите. Ставьте лайки. Пишите, я вам сдам ее. Вот, кстати, самолет, слышите? Будет над нами летать вот так. Ну, это что, нормально. Ничего страшного. Постоп открытый, поэтому слышно. Ну да. Вот, полетел. Так что пишите, я вам сдам эту квартиру. А, видишь, кондиционер вот этот, он охлаждает сразу, если что, и комнату. Угу. Ну, видишь, он же дует сюда, дверь открыла и все. Да. Так что так, ну все. Увидимся с вами в магазине. Да, на кассе. На датчик движения. На датчик движения свет включается. Вышли. Вот видите, раз включилось. Закидываем.
Лифт классный, говорит, на какой этаж идет. Да. Все было так удобно, чистенько, все сделано. У нас тоже заходишь, да, в подъезд? Ну, мы на нашем этаже. Да. Тоже плюки здесь все положено. Вот видите, дверь с домофоном. Самый ужасный подъезд был, это был в Волгограде. Да, в Волгограде. Это вообще был ужас. Все, оно не пикает, просто. Не пикает. А и даже тут цветочки. Вот не красота ли? Погода может портиться. Смотри, какие фонарики зажглись. Виноград или что это? Видите, вышли мы на улицу. И вот так вот у нас машина стоит тоже с таким тросиком. А? Вот тут стоит машина наша. Видите, вот нам дали ключик от тросика. На любое свободное место можно ставить. Такие машинки стоят тоже за тросиком, у которого у нас есть ключ. Какие машинки? Вот такие или вот такие? Мустанг. А Веста нет? Вот Лада. Лада, Веста тоже, да, машина, да? Хорошо, так делаешь, упаковка есть, да? Конечно. Нет, дом хороший, мне нравится. Сам дом, по-моему, такой основательный. А что мне нравится вот в Адлере, в Сочи, что у них вот такая вот уже более тропическая... Растительность, это пальмочки, чем монаты, или ну, на всем нашем побережье. Только здесь начинаются пальмы. Я только, знаешь, ничего не ориентирую, куда нам сейчас идти. Я тоже не знаю. Немножко надо сориентироваться. Не, наверное, магазин там какой-то. Не, мы оттуда приехали, туда надо идти. Да? Да. Давай за мной.